Ребят, проезжал одно местечко, смотрю, здесь строят дом. Решил показать, как происходит строительство домов. Вот этих небольших, маленьких двухэтажных домов. Вот так вот все это происходит. Получается, у них огромная конструкция. Здесь у них, значит, цемент, раствор. И вот так они их штампуют. А вот дома здесь слева. Там какие-то одноэтажные маленькие домики. Тут мы, как всегда. То есть берет фирма, заходит, берет участок земли, ставит леса по краям и полностью дом строит, утепляют, вставляют окошки. Такой дом, кирпич он ложит, пожалуйста, складка идеальная. Я еще думаю, какие они каменщики, у них, наверное, специальный инструмент для всего есть. И вот так они штампуют дома, один за одним. Такие красивые домики. Вот так у них все это стройка происходит. Все чисто более-менее, грязи никакой, как у нас. Хоп-хоп-хоп. И лепит. Все, пока.